замечательный сорт из Казахстана, известного и любимого многими селекционера Виталия Геннадьевича Алефирова. Называется он «Вечерний Алматы». Шикарный сорт, просто шикарный. Плоды, ну это уже последние кисти, яркий, красивейший, ну там мелкие уже, вот более-менее крупные. Красивейшие плоды, расцветка яркая, плоды сладючие, яркий биколор, внутри двухцветная мякоть, сладкая, фруктовая, пряная. Замечательный сорт, просто замечательный. Вот такие плоды, но первые были намного крупнее. Кусты огромные, вот он тянется, уже согнулся. И вот как бы вышел за пределы сетки, подпер ее сверху, растет дальше. Ничего ему, собственно, не мешает. Сетка у меня 2 метра, то есть высота куста в открытом грунте около 2,5 метров. Нереальная мощь. Я таких кустов встречаю мало. Причем вот пока он растет, вот сейчас я постараюсь показать, вот плоды продолжают, это уже на уровне где-то 1,80 м, продолжают давать плоды. Вот они. Все ему нипочем, ни конец сезона, другие уже отплодоносили и отсохли. Нет, он себе растет и радуется жизни. Еще раз скажу, очень вкусный сорт. Стал моим любимчиком очередным, топ-любимцем. Высший балл по всем категориям. И за урожай, и за вкус, за ультраяркую мякоть. Ну и вообще за шикарный вкус. Еще раз повторю, сорт «Вечерний Алматы». Настоятельно рекомендую.